Всем привет, меня зовут Лина, и это Свитер. Мы с вами продолжаем проходить. Нам надо штаб ООН. Штаб ООН, точно. Капитан Трейдин, сектор красных фонарей, зачище. Просто хотел выразить личную благодарность за то, что вытащил меня из сектора красных фонарей. Этот мясник, доктор Чарнагус, покинул Наршадав в наручниках. Он не откажется от милого длительного заключения за то, что он сделал. Мы поймали всех имперских диверсантов, которые проникли на наши военные корабли, прежде чем они смогли нанести нам какой-либо ущерб. Ваши действия спасли тысячи жизней по всему флоту. Весь персонал республики был предупрежден держаться подальше от клуба Уфора и остальной части развлекательного района Наршада. Есть более здоровые способы выпустить пар между ротациями. 322 денег он мне дал. Хорошо. Поехали посмотрим на мастера. Что это за хрен такой с горы? Ну, понятное дело то, что это не все. Понятное дело, что что-то еще будет по квестам. Но никогда не бывает так просто. Что ты приходишь к мастеру, опа, это тот джедай, которого мы ищем. Мы такие, слушай, мы умеем лечить, давай мы тебя полечим. Он такой, хорошо, доктор, а вы точно доктор? Покажите свою лицензию. Я такая... Сейчас я тебе их распечатаю, штук 20, и мы радостно лечимся, да. От ситхской чумы. У нас вон еще раз, два, три локации, получается, не открыто. Наршада, они, конечно, сделали красиво. Прям красиво. А вам нормально? Это же опасно, хотела я сказать. Лина! Лина, ну что это? Ну как это? Ну как это назвать? Объясни мне. Ага. Я еще и бегу не туда. Я хотела им прокричать: ребята, вам нормально танцевать? Это же опасно, вы можете упасть. Хотела я им прокричать. Я хотела их предостеречь. Но получилось, как получилось. Ну же, джедай, не заставляй меня ждать. Я ждал этого с тех пор, как Куэйдж упомянул о твоей новой звезде. Бедный Куэйдж, хороший взломщик, но ему действительно стоит почаще выходить в свет. Он почти так же отстал от жизни, как и совет джедаев. Скажи, Сио Бакарн изменился в лучшую сторону, или он все еще тот же прежний тюфяк? Это говорит чума, не вы. Эта чума просветила меня, эти правила джедаев. Раньше я редко обращал на них внимание, но теперь я вижу вещи такие, какие они есть. Но у меня нет терпения объяснять. На самом деле, ты стала помеху, которую я должен устранить. Эти действия только приближают вас к темной стороне, они уничтожают вас.
Печаль во благо. Это все равно, что снова слушать своего старого учителя. Я бы и сам хотел сразиться с тобой на дуэли, но надвигается тьма. Уничтожение картеля хатов требует больше сил. Убей ее. Принеси мне ее голову, когда все закончится. О. Да. Да, да, да. Что-то вы как-то не очень, ребят. Что-то вы как-то очень не очень. Вы 22 уровня, но вы не очень. Вы не очень 22 уровня. Джедай, ты меня слышишь? С тобой все в порядке? Может быть, царапина тут и там, но сила была моим щитом. Я не могу поверить, что Фейн мог так поступить. Маркугаи сражались хорошо. Вестник заработал сегодня много очков. Однако, Фейн, возможно, сделал ошибку, используя этот голотрансмиттер. Проверь голотрансмиттер, джедай. Нажми на маленький переключатель внизу, и мы посмотрим, что можно сделать. Я так и думал. Холиды, моя дорогая, не будешь ли ты так любезна? Ну, конечно. Ну и ну. Фейн не очень хорошо замел следы. Я просто распутаю этот сигнал. Я не могу допустить, чтобы Фейн вызвал еще больше хаос. Когда я нашел Холиды, я обнаружил, что эта очаровательная женщина поддерживалась компьютерной сетью невероятной сложности. Таким количеством неиспользованного процессорного времени казалось расточительно не учить ее взлому. Я нашла его. Сигнал Фейна прослеживается обратно в... О, город теней. Что такое город теней? Город теней — это имперская тюрьма для самых опасных заключенных галактики. Почти непроницаемый. Безопасность там самая лучшая на Нар-Шадда. Империя не стала бы тратить столько сил на одних только жестоких заключенных. В городе теней живет каждый, за кем империя должна следить, но не может контролировать. Убийцы, безумные ученые, экспериментальные образцы. Город теней имеет такую исключительную безопасность, потому что его строительство проектировали лучшие умы, включая меня самого. Возвращайся ко мне, и мы разберемся с проблемой. У меня также есть кое-что, что поможет тебе против Фейна. Алясо. Как скажешь. А что мне дали? Что это такое? Ну, я так понимаю, это в пару к моей зеленой юбке, да? Это вот в пару к моей зеленой юбке. Ну, блин, у меня такой хороший. У меня такой хороший комплект. Я такая крутая в нем. Ладно, давай пока так побегаем. Чё ныть, правда? Чё мыть, когда... Мыть? Чё ныть, когда можно не ныть? Когда можно сделать? Господи, опять через тебя, да? А вот и город теней, кстати, внизу будет скоро. Походу, мы туда и сейчас и полетим. Просто сюжетный квест, вот этот вот персонажевый, да, он обычно тебя по всей локации протаскивает, видимо, для того, чтобы ты ознакомился с ним. Ну, для этого, собственно, локацию делали, чтобы тебе сюжет показать, а потом уже на этой локации делали другие сюжетные квесты, других сюжетов.
Почему к нему нельзя телепортнуться побыстрее, блин? Не пускает телепортнуться побыстрее. Подожди, что? Блин, Таран, по идее, конечно, прикольно, но он так откровенно подкатывает, что хочется прям вот хочется максимально от него подальше быть. Пожалуйста, у меня нет ничего, кроме уважения к картелю хатов, но это... Говорят, что за этой направляющей рукой стоит джедай. Мы видели джедая, выходящего из этих кабинетов. Начинай говорить, Седракс. Может быть, я смогу вам что-нибудь подсказать? Я работаю в картеле хатов, расследуют слухи о том, что джедай управляет направляющей рукой. Седракс... заработал на них, и теперь ты здесь. Мне придется доложить об этом. Я не понимаю, о чем речь. Серьезно? Ты ничего не знаешь о мастере джедая, который ведет против нас крестовый поход? У тебя есть доказательства насчет этого джедая, кроме слухов? Ну, нет, но контакты у меня обычно надежные. Хотя хаты могут быть расстроены, если это всего лишь слухи. Может быть, я еще раз проверю свою информацию. Но я слежу за тобой. За вами обоими. Это было близко. Картель хатов приближается к Фейну. Возможно, твоя находчивость Сиросеева подозрение, но у нас есть более серьезные проблемы. Холидей безошибочно определила Фейна глубоко в жилом районе города Теней. Между нами и ним десятки камер, охранников и сумасшедших заключенных. Вы займетесь камерами, я займусь заключенными. Для охранников мы сможем устроить отвлекающий маневр. Мне нравится твой подход. Что касается способности Фейна контролировать сознание, у меня есть кое-что, чтобы справиться с этим. Кое-что, ты такой скромный, Террен. Я проконсультировался с мастером Сио Бакардом, и я построил экзотехническое устройство, которое должно помешать Фейну промыть вам мозги. Как может устройство препятствовать влиянию джедая? Оно парализует ту часть переднего мозга, которая активна, когда джедай пытается навязать свою волю. Это вызовет у Фейна короткий, резкий шок. А, город теней. Я никогда не планировал его лично увидеть, но я буду готов, если ты будешь готова, джедай. Я готова, но... Когда я говорила «хочу нового спутника», я не имела в виду поменять ящерицу на неприятного доктора, скользкого, подкатывающего, катающегося на своих яйцах. Как ко всему, что в юбке красивое. А чем ты дерешься? А, он исцеляет. А он со мной потом, да, будет? Вот мы сейчас закончим, и он со мной будет бегать. То есть, по факту, одна сюжетная миссия и, по идее, один сюжетный персонаж. А мне в пачку. Потому что перед этим я делала сюжетку джедаев, Юон, начально, по обучению.
А мне присоседился Кайзен. Хотя я бы на самом деле Налина Рауха бы с собой с удовольствием взяла, ему его всему учила. Если вы понимаете, о чем я. Медитации, там, борьбе на мечах. Вот. Конечно же. Так, у нас еще два квеста получается. То есть мы на Нар-Шада еще какое-то время задержимся и будем бегать, видимо, вместе с Тера, ну, короче, с этим ученым. Ну, я не представляю, как к нему можно подкатывать или отвечать на его подкаты тогда, когда Холидей очень явно обозначает свое к нему отношение, и он как бы ей отвечает с удовольствием. Это максимально какой-то вообще перепихон, и до свидания. Максимально перепихон. Базарис. Так. Вы получаете опыт наследия медленнее из-за снижения получаемого опыта. Подпишитесь, повысьте КП. Очки опыта. Приобретите ускорение. Отдохнули. Ничего не понятно, очень интересно, наверное. Так, база СИС. Хочу открыть, потыкать в нее. А? Keep your voice low. Говори тише. Эти здания заброшены, и имперские дроиды-разведчики периодически сюда заглядывают. Зану Арен, республиканская разведка. Спасибо, что пришли. Лейтенант Рейор сообщил о том, как ты его спасла, и сказал, что, возможно, захочешь помочь и тут. Не хочешь попробовать свои силы в освобождении заключенных? Не хотите ли рассказать мне подробности? Я знал, что вы джедаи известны своей мудростью. Речь идет об империи зверствах, которые они скрывают за нейтралитетом Нар-Шада. Этот город теней, город-тюрьма, полный самых страшных убийц и безумцев империи, которых придерживают до удобного момента, пока они не понадобятся папе Ситху. Зачем вам освобождать их? Здесь промывают не только имперцев. Империя держит военнопленных, наших людей, в самом худшем месте от всего этого бардака, в лагере 27. Мы знаем, что они держат здесь Акадоми, одного из джедаев-героев битвы при Саласте, и хотим его вернуть. Я не хотела бы, чтобы дух любого джедая оказался в таком месте. Говорят, Акадоми был одним из лучших молодых джедаев за многие годы, прямо как ты. Охрана в лагере 27 строже, чем я когда-либо видел. Их коды доступа распределены по частям между группами охранников, так что никто не входит в одиночку. Каждые несколько минут они полностью изменяют коды. Надеюсь, у нас есть план. Вам надо будет достать лагерных надзирателей за пределами щитов и забрать их коды. Имею в виду все коды. Ни у одного из надзирателей нет больше ни одной части. Нет больше одной части. Как только я их получу, как мне принести их сюда и двигаться дальше? Приходи, мне нужно снять с кодов копию, на случай, если во второй раз ты не вернешься. Удачи, поторопитесь. Если коды изменятся до того, как ты пойдешь внутрь, мы пропали. Ну, тут как бы, чувак, знаешь, когда приду, тогда приду. Компаньон. Так, ты стрелок. Ты стрелок в плаще. А у Террена, кстати, хорошая экипировка. Вы не можете модифицировать. А снять я могу? Вы не можете... Чего? А, я не могу его трогать. Я не могу его трогать. Логично. Итак, вот он, город теней.
которым мне нужно завернуть, видимо, лихо в сторону. Ну, вообще, я могу всех перебить. Ну, имеет смысл, конечно, потому что, во-первых, сейчас за то, что я их буду бить очень усиленно, мне будут давать опыт. В плане того, что я дополнительное задание сделаю, да, получается? Или нет? Бедные дозорные, а? Сказала бы я. Так, кто? Тебя стреляют? Тебе, похоже, это не очень нравится, да? Ну, давайте потыкаем чуть-чуть. Посмотрим, как сражается наш друг. Он что-то ругается, стреляет. Все. Какой стильный, смотрите, подсистема, если так подумать. По идее, нам нужно сюда. Но мы можем также пройти сюда. Короче, мне нужны кабы доступа прям. Можем добыть коды доступа и сходить по квесту основному. Потом, как будем возвращаться, вернем коды доступа. А потом посмотрим по настроению. Холидей! Вот этот поворот, конечно, ты. Она типа отвлекающий маневр, да, такая появляется и танцует. Но проблема в том, что отвлекает она и меня тоже. Да, я разобралась, что если на тап шмякать, то выделяется враг. Блин, ну он что-то еще меня сканирует в процессе. Хорошо, тюремных охранников я победила. Вот код доступа я что-то не извлекла. Улицу зачистила. Ладно. Пойдемте проникать в город теней. Используйте управление силовым полем. Подожди, джедай. Мне нужно установить связь с камерой города теней отсюда, но если охранник заметит какие-то сбои, он поднимет тревогу. Я могу привлечь внимание, но скажи, как долго. Нам нужна всего лишь минута, чтобы переключить канал связи с камерой. Когда мы закончим, он не заметит разницы. Эй!
Эй, я не знал, что здесь есть заключенные джедаи. Отойди от сторожевой башни. Я была осуждена без надлежащего судебного разбирательства. Где я могу аргументировать свою позицию? Что? Ты пленница империи. Ты не имеешь права аргументировать. Вы заключенные. С каждым днем все больше нытья. Тебе повезло, что мы просто не вычистили это место. Джедаи, мы все сделали. А, прошу прощения, я удаляюсь. Проваливаю, пока я не вышел из себя. Но мы играем подчиненного джедая, чего? Я отметил нашу следующую цель на твоей карте, мы должны поторопиться. А, я, кстати, смотрю на то, что меня не одобряет, злюсь на него так же, как и на... Ну, вы поняли, да? Но... Терренс Эдракс получит большое количество влияния. На! А то, блин, оно у меня лежит. Непонятно сколько. Большое количество влияния. Получит небольшое количество влияния. Компаньон второго уровня. Влияние на него. Так, исцеление танк урон. Чу-чу. Имперский солдат. Хорошо, мы все сделали. Даже подосвободили маленечко слот. Ой, ребята, а вы снова появились. Вы серьезно? Хочется помочь Твилику. Они же вроде как... Неважно, какого цвета. Твилик есть Твилик, да? Все, вернитесь к агенту. Хорошо. Возвращаемся к агенту. Ну да, в принципе, я же с желтыми делал, имела дело с Гу. Я про цвета. Цвета их кожи. Зан Лорен. Я достала коды. Отлично, просто позволь мне их просканировать. Если это не сработает, по крайней мере, нашим техникам будет с чего начать в следующий раз. К концу сегодняшнего дня лагерь 27 будет лишь воспоминанием. Тогда я сделаю все возможное, чтобы о нем забыть. Коды будут полезны только на некоторое время. Поторопись и используй их, чтобы попасть внутрь, затем получи доступ к консоли безопасности и дай мне знать, что внутри. Если ты справишься с этим, спасешь настоящего героя республики. А я не герой республики? Так, мне уже не очень хочется тебе помогать, мразь. То есть я не настоящий герой республики, да? Ну, хотя логично, я, скорее всего, просто многообещающий джедай. Бля, достали все-таки, мрази. Спасибо, Холидей, но ты, правда, и меня тоже отвлекаешь. Мне хочется посмотреть, что ты там такое-то танцуешь. На смотрителя, блин, нарвалась. На тебе пинок! На тебе джедайский пендель! Нет? Никакого джедайского пенделя. Ладно, а так хотелось. Ай, больно как. Да потому что я всех, блин, переагрила туда. Я всех заагрила, и в итоге все на меня и нападают, что логично, да. Холидей отвлекает меня в основном. Я... Ладно, был Кайзен, я ныла на Кайзена. Пришла Холидей с Терреном, я ною на Холидей с Терреном. Террен тоже меня не одобряет.
Видимо, когда я слишком раболепствую. То есть Кайзен не одобряет, когда я веду себя излишне жестко, даже если я играю. Даже если я притворяюсь. Вот вспомните, нам нужно было пройти квест древнего ситха-джедая. И там он четко говорил фразы, которые нужно отвечать, чтобы пройти испытание. Что делала эта ящерица? Не одобряла меня, потому что, видите ли, я отвечала слишком зло. А то, что я отвечала как по методичке, это его вообще не волновало. Тут Террен тоже. Мы как бы играем в послушного джедая. Ну, типа, ну, поклонились, ну, там, постебались над ним чуть-чуть, да? И чё он? Ой, нет, я не одобряю. Интересно, есть ли внешность у Террена, чтобы убрать у него бороду? Дроид усмирения заключенных. Прости, зайчик, сегодня не твой день. Ух, ёлки-палки, а чё там? Лайт Сайбер и республиканские реликвии не получат влияния. Ну, не получат влияния, пошёл он в жопу. Не попали, лошары. Бля, попали. Все попали. Оля, да тебе нормально, да? Какая же ты акробатка, джедай. Мне кажется, я надела капюшон и каким-то образом начала падать в темную сторону. Потому что мне все чаще хочется нажимать плохие ответы. Всем грубить. Над всеми издеваться. Ну, убивать не хочется, конечно, но вот грубить очень. Мне кажется, это переходный возраст. Подростковый джедайский режим. Кудых-кудых, да. Ну, тут я понимаю, все-таки надо пробить себе дорогу, потому что если я буду пытаться пробежать, опять будет ситуация, которая была до этого. А еще мне надо вставить лечилки и так далее. Присутствие. ХП. Привет, пацаны, как дела? Чаёвничаете тут? Сами чаёвничаете? О, бля, это начальник тюремной охраны. Ой-ё. Оля, да ты вообще не вовремя. А, бля, мне надо обойти. Дроид усмирения заключенных там пока ничего не делает.
Допустим. Это. Подождите, наши взломщики пытаются подключиться к линии. Получилось. Просто фантастика. Поверить не могу, что ты попала в лагерь 27. Ага, я имею в виду самостоятельно. Многие наши парни пошли бы другим путем. Однако не позволяйте этому ударить вам в голову. Неизвестно, что здесь скрывает империя. У нас есть номера камер или что-то такое. Давай быстро войдем и выйдем. Пока никакой информации в этом месте у нас нет. Но если кто-нибудь в камерах, как тебе кажется, может быть одним из наших, освободи его. Ваша главная цель — Акадоми. Он джедай, возглавлял спасательную операцию на Салости и не дал империи поработить половину планеты, но попался сам. Я спасу его. Тебе не нужно меня убеждать. Республике повезло, что у него есть ты. Я пошлю команду подождать за щитами. Они вас прикроют на обратном пути, если это понадобится. Удачи. Ну а смысл, блин, в каком-то вообще... В каком-то подкреплении, если они сами немощные. Я по привычке с Ханкай и Геншина ищу, чтобы за углами какие-нибудь сундуки мне оставили, ребята. Тут мы просто убиваем всех, ладно. Тут мы просто убиваем всех. Наверное. Holiday. Это очень красиво, да. Видимо, надо вырезать всех охранников, да? Скорее всего, наш джедай будет вот здесь вот. Дальше всех. Ой, не-не-не-не-не, сбогайся, сейчас еще натыкаю не туда. Ногтями задела не ту кнопку. Уйо. Можно открыть? Давайте откроем все. Походу нет. Джедайский пендель. Нет? Ну ладно. А так хотелось посмотреть. Надиратель, тебя нормально? У тебя тут тюремщиков обижают маленечко. Ну, похоже, да. Он там прошагивается, ждет, пока я к нему поднимусь. Смотрит на меня сверху вниз. Так, мне надо что? Мне надо через низ, наверное.
А как я пройду через низ туда? Меня туда не пускают. Освободите заключенных. Всех. Мне кажется, для того, чтобы освободить заключенных, мне, во-первых, надо... Как минимум, чтобы их не прибили параллельно. Понятно. В ближайшее время мы освобождаем заключенных. Я поняла уже. Выполнено, одолеть охранников. Так охранники вон еще есть, ходят, блин. Блин, он же сейчас побежит, его сейчас прибьют. Я ж там не дочистила. Постой, дурачок, куда ты бежишь? Ай. А! Им посрать, понятно. Понятно, им просто посрать. Заключенные бегут, они отвлекаются на меня. Ну, как бы логично, я поопаснее буду, вообще ноль вопросов. Я вообще как бы беспокоилась. Ой, если сейчас эти дурачки будут бежать, они будут нападать. А они просто пробегают. Понятно. Так. Республиканский военнопленный. Я свободен? По-настоящему? Нет, это все понарошку. Ты ошибся. А если ты ошибся, то ты ошибся. Ну еще республиканские военнопленные не сражаются, ладно. Это все восхитительно, но что мне дальше? А я кого-то не освободила, кстати. Тут освободила. Тут освободила. А, вон там не освободила. Республиканские военнопленные. Как говорится, you are free. Картошечки мои. Мне нужен Акадоми. Пожалуйста, не убивайте меня. Я могу тебе помочь. Что бы ты ни искал, я это найду. Я пришла освободить джедая. А, Кадоми, ты действительно об этом просишь? Это не важно. Я могу вызвать его, если ты этого хочешь. Без проблем. Сейчас. Он удивлен, что я его не убиваю, а прошу. Нормально. А теперь я просто подожду. Кто предстал передо мной? Я Акадоми, лорд лагеря 27. Никто меня не ищет. Солдаты на последнем издыхании молят меня о смерти, лишь бы не видеть моего лица. Я чувствую, что в твоем сердце больше нет света, а в твоем вообще ничего не чувствую. Они называют это светом, сестра, но это всего лишь пустота.
Я здесь уже 6 лет. Я видел, как ваши республиканские герои набрасывались друг на друга, как собаки на кусок мяса. Я видел человеческую природу в ее сути. И там нет никакого света. Не суди каждого человека по своей слабости. Здесь никогда не было пленника столь достойного, чтобы он в конце концов не сдался. Как долго тебе удастся продержаться? Убейте ее, мои ученики. Немедленно. Жалко. Я надеялась на хороший исход. Но, видимо, нет. Ну, на нет, так и зуда нет. Там по нему, как бы, по лицу видно, что к нему и протопталась по нему темная эта сторона. Ну, мы Нала на Раваха тоже сперва били, а потом наставляли, поэтому... А, куда делся? Я куда-то всрала. Вода, я... Тебе это понравилось. Я чувствую в тебе тьму. То наслаждение, которое ты испытала после смерти моих учеников. Ты меня убьешь? Или твоя ненависть требует большего? Предпочла бы ты увидеть, как я кричу. Растянула бы это на несколько дней, пока я буду умолять тебя покончить с этим. Вернись, ты сможешь стать тем человеком, которым был когда-то. Ладно, снова... Сделай свои пустые жизни, спасай мою жизнь. Пригласить меня в республику все равно, что ввести яд в твою плоть. Рано или поздно это убьет тебя. Даем ему шанс на спасение. Мы заберем его отсюда. На следующем корабле прибывает джедай-целитель. Это будет трудная работа. Удачи ей. Чтобы исцелить кого-то, вы должны открыть ему свое сердце. Она впустит меня, я уничтожу ее. Ладно, ребята, заткните ему рот и тащите. Пора выбираться отсюда. Я нечаянно убрала, перетащила, получается, удар. И все. Нет у меня больше удара. Шквал клинков, наверное, это был, да? Очень походит на это.
Город теней. Жалко мужика. А чё, если даже Бастила Шан, блин, пала под напором пыток, когда ее пытали. Хотя Бастили там, если честно, там подтолкнули чуть-чуть и все. Но... ее подтолкнули в одну сторону, она это. К ней пришел потом Реван, сказал: ты чё, охренела? А у нас назад такая, ладно, во-во-во, сорян. Не туда. Или туда. Теперь туда, да. Неважно, туда или не туда. Теперь в любом случае туда. А я могу? Да. Давай. Раз я могу, то я могу. Давай издадим квест и все. Мы уже давно взломали систему внутренней связи. Я все слышу. Ад Кодоми все еще называют спасителем очень многие люди, но в нем так много зла. Возможно, Совет Джедаев еще может отыскать в нем того, кем он был ранее. То, что мы дали ему шанс, делает нас лучше Империи. Там, где к пленникам применяют только кнут, нам нужно предложить и пряник. Когда-нибудь их люди увидят, что из этого лучше. Спасибо, что закрыли эту фабрику ужасов. Освобожденные люди Республики будут благословлять ваши имена каждую ночь. Мы перевернем это место, клянусь. Наш Шадаа должен присоединиться к Республике, чтобы Империя никогда больше не смогла укрывать подобную жуть. Пожалуйста. О, нет. Ой, это... Смысле? В смысле? Так тут же вон. Нет? Хочешь мне сказать, что... Да. Он хочет мне сказать, что... поменяет мне в любом случае голову. Только если, видимо, я... не сделаю вот так. Давай, хотя бы так. Хотя бы так. Мне пока нравится бегать с капюшоном. Она вся такая загадочная. Давайте мы на сегодня закончим. Всем спасибо за просмотр. Я буду очень благодарна за поддержку в виде лайка и комментария. Подписывайтесь на YouTube, нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. И у нас есть YouTube, Telegram, Discord, ВКонтакте. Все ссылки указаны. Twitch еще есть. Вот. Всем хорошего утра, дня, вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы это смотрите. А мы с вами увидимся уже в следующий раз. Берегите себя и пока-пока.